Всем привет! Уже говорил, что давно не делали монастоечки, а наступило время соплей, кашлей и прочего, поэтому надо делать полезные настойки. Я момент упустил, сейчас наверстываю, делаю. Ну, заодно и вам покажу очередной рецепт, простяцкий, но вкусный, обычной имбирной настойки. Самый простой, по сути, но классный, который можно вечерком прийти домой с холода, тяпнуть, согреться, как говорится, покушать и отдохнуть потом. Для настойки понадобится, естественно, имбирь. У меня уже здесь вот он порезанный мелко. Просто порезанный мелко. Можно его рвать такими там лохмотиками. Ну вот я просто порезал. Здесь имбиря, если вам вот процентовка кому-то нужна, прям точная, то записывайте, как говорится. Здесь его 2 столовых ложки, то есть вот этих ложки. Ну просто черпанул, у меня его там много настругано, чтобы еще чай попить с имбирем, морозилку. Берем вот эти вот как 2 столовых ложки и засыпаем в банку. Это я уж вам для красоты положил, так бы я просто с ложки насыпал и не парился. Положили имбирь, можем, в принципе, сразу же залить водкой, спиртом, что там у вас есть. У меня, естественно, самогон. В этот раз самогон рисовый. Выгонял я его, ну, он дистиллят, но все равно, то есть выгонял 94 градуса, разбавил до 41. 41-42 я для таких настоек делаю. Литр. Здесь литр. Рецепт на литр. Выливаем. Рисовый почему? Ну, я сахарный от него отхожу практически. То есть редко я его делаю. Поэтому на рисовом. Он очень даже получается хороший. Рекомендую. У меня видео есть по поводу того, как делать рисовую брагу и делать самогон из риса. Рисовый классный, без излишних запахов, немножечко такой цветочный, но он тут как раз подходит. Соответственно, туда же надо добавить цедру лимона. Цедра лимона обязательно в эту настойку, она здесь именно нужна. Цедра лимона, для тех, кто не знает, уж так что-то распространяюсь, а то спрашиваете. Вот чистилка, вот такая вот, как ее, картофелечисткой назвать, овощечисткой. Обязательно цедра без белой части, то есть тонкий слой цедры. Цедры много не надо. Вот я чуть счистил. И все. Положили. Перебор тоже плохо. Ну и еще один основной ингредиент. Я думаю, кто-то уже делал эту настойку. Она такая распространенная. Это мед. Мед чем лучше, тем, как говорится, лучше. Тавтология, но это так. Вот я пробовал как-то делать. У меня меда не было. Брал покупной этих в супермаркетах. Не мед, а хрень вообще. Я даже не знаю. Пчелам, наверное, было бы стыдно такой мед делать. Это вот хороший мед, пахнет шикарно. И этого меда я добавляю ложку, столовую ложку. Она без горки получается, как хотите, можно тут сказать. Просто ложку меда. Ну и, соответственно, все это перемешиваем. Мед размешивается долго, а еще и самогон у меня ледяной. Я его принес с террасы, у меня там стоял. Поэтому сейчас вот тут не буду это перед вами размешивать полчаса. И все, ингредиенты все. Ну, и ставим это в комнате, а то опять же вопросы возникают иногда, где ставить, где что, в комнатной температуре. Закрываем крышкой и ставим. А здесь вот при таком вот размоле имбиря мелком достаточно недели постоять. Ну, если она постоит 2 недели, 3 недели, ничего хуже не будет. Я думаю так вот на недельку, дней на 10 я ее забуду в комнатном тепле, ну и в темноте. Под столом будет стоять. У меня под столом тут местечко там. Если вам показать, там черти сколько всего напихано. Забавный такой. Жена все время ругается, что под столом некуда ноги сунуть. Я все время туда что-то добавляю. Потом переношу. Это такой постоянный процесс. Я говорю, сейчас вот упустил, но буду наверстывать. Банку спачкал. Вот, сейчас закрою крышкой и пусть стоит. Ну и встретимся, я хлопну стакашек за ваше здоровье, продегустирую. Через недельку, дней через 10 скажу. Постояло это даже дольше. Я, как обычно, забыл про нее. Простояла настойка, сколько получается, больше 2 недель. Сейчас вот ее переболтал, она прозрачная уже стала. Показать вам на самом деле, какая муть. Эту муть фильтровать тяжело, потому что мед. Поэтому фильтруем от того, что у нас там есть, крупного. А потом уже отстаиваем. Снимаем с осадка. Мне, например, все равно. Я в натуралках как бы не парюсь. Мутная и мутная. Я могу вот, то есть я сейчас и при вас буду пробовать мутную. Абсолютно не заморачиваясь. Но кому надо на стол, там вот это вот все, вот эти понты дороже.
Соответственно, ждете, она осядет, можете в холодильник поставить, быстрее осядет, будет прозрачненькая. Ну что у нас? Про нее долго говорить даже не знаю что. Запах офигенный. Запах здесь прям вот... Ну, у меня еще мед хороший. Поэтому тут и цветочный, и цитрусовый, и все. Переплелось. Цвет желтенький. Когда отстоится, будет прозрачный, но желтенькая все равно. Поэтому давайте попробуем. Давно я это не говорил. Ваше здоровье. Очень даже мягко, вкусно, жгуче, потому что имбирь все-таки такой вот от него идет, не знаю, как его правильно назвать, согревающий вот этот эффект, слегка обжигающий. Закусить это дело не хочется, все мягко, все хорошо, но тут как бы самогон хороший, понятно. Но вот эта вот легкая жгучесть присутствует, поэтому я не люблю очень насыщенную имбирку. То есть, когда вот прям там имбиря захреначат столько, что это уже одеколон получается, а он легко переходит в такой одеколонный запах и вкус. Поэтому вот это вот для меня достаточно. Всего достаточно. Отфильтрую, и постоит это дело еще спокойно пару недель, устаканится без ингредиентов, как говорится. Ну, она сохраняется достаточно хорошо, но я думаю, уйдет сморозца прям от души. У нее есть одно такое тоже побочное действие. Опять же, аппетит развивает, поэтому... Вечерком, перед ужином, с работы прийти, хлопнуть, закусить, поесть точнее, и отдохнуть. Замечательная вещь, рекомендовал всегда и рекомендую. Просто, легко, вкусно. Ну а на этом вроде все. Всем удачи.